На этой неделе состоялся прием мэра, на котором граждане могли задать волнующие вопросы и обратиться за помощью. Ну, я уже не знаю, где мне жить, как мне жить вообще, как существовать. Ну, давайте мы разберем ситуацию вашу, где мне жить, как мне существовать и так далее. Основная часть обращений касалась жилищных условий. В данном случае вы у нас не являетесь сиротой. Статус сироты нужно подтвердить в суде. Я могу сейчас договориться, и с вами начнет заниматься адвокат бесплатно, с тем, чтобы подготовить исковое заявление в суд и добиться статуса сироты. Мэр города оперативно начал разбираться в сложившихся ситуациях. И постараемся как-то посмотреть очень внимательно документы, найти хорошего адвоката девушки, с тем, чтобы все-таки она почувствовала уверенность. Жилье детям-сиротам мы приобретаем там по 70, 80, 90, там в этом году почти 100 квартир будем приобретать. Надо, чтобы суд восстановил ее в статусе вот ребенка-сироты, и будем помогать. Тогда и ребенок вернется к ней, там он где-то в другом городе, где может проживать, где есть жилье. Вот, и сама она как-то будет свободно себя чувствовать. Также интересующие вас вопросы можно задать, позвонив на прямую линию, которая работает в понедельник, среду и пятницу с 2 до 17 часов.